Всем привет! И сегодня я покажу вам простой рецепт приготовления такого как бы обеда или даже ужина. Если вы пошли в поход и у вас с собой только картофель, допустим, соль и колбаса. Мяса как такового нету. Ну, также лучок есть. В общем, что нам понадобится сегодня? Для меня, для одной порции, то есть я как бы для видео взял 4 картофельные, одну луковицу, соль и 2 куска колбасы, ну, ножик, досточку, в общем, чтобы это все нарезать. Итак, сегодня, да, я снимаю с таким красивым видом, и давайте уже приступать к готовке. Лук я достаю из нашей кастрюли, там у меня залита вода пол кастрюли, и лежит 4 картошки. Я беру, засыпаю туда соль, делаю воду, естественно, соленой. Оставляю там картофель, пока наш костер горит, угли нагорают. В общем, я все это должен там перемешать и оставить картофель там как бы просаливаться. Также у меня это соль адыгейская, в ней также есть разные приправы. В общем, все, что поможет нашей картошке быть более соленой. Теперь мы дожидаемся, можно пока что картофель там просаливается, еще добавим немного. Можно пока что нарезать лук на 3 части. Лук для сока, для вкуса, в общем, можно даже не прикладывать его туда. Также колбасу мы разрежем, 4 части получится. И теперь дожидаемся, пока наш костер догорит, угли нагорят и картофель просолится. Наши угли готовы, и теперь мы должны надеть нашу картошку, нашу колбасу, наш лук на шампур. У меня он один, получается, будет. Все, достаем картофель, она должна уже просолиться. И надевываем его на шампур. Все делаем плотно, ближе к колбасе, также наиздевываем лук, делаем плотно картофель его. Далее также идет колбаса, плотно к луковице, картофель плотно к колбасе, лук плотно к картофелю. Так, надо как-то аккуратно это делать. Далее идет также колбаса, картофель, лук, колбаса, картофель и луковица оставшаяся. Теперь это можно также посолить немного нашей солью, посыпать, чтобы приправы остались на картофеле, чтобы более красивый он был. И все, теперь он готов, ну как, почти готов. Теперь осталось его пожарить. Переходим непосредственно к нашему мангалу и жарим картофель. Итак, кладем наш шампур на мангал. И теперь дожидаемся полной готовности. Это вы оцениваете на глаз. То есть картофель должен как бы подзапечься. Появится запах соответственный. И он, ну, вы уже на вкус попробуете. В общем, давайте ждем, запекаем и пробуем.
Итак, какие я могу сделать выводы? Картофель у нас получился мягкий, прожаренный. Все у нас хорошо. Колбасу можно убрать или обрезать вот это вот подгоревшее и как бы подгоревшее выкинуть, это съесть. Но лук, я точно думаю, никто есть не будет, поэтому давайте немного попробую картофеля. Да, кстати, он и просолился, и прожарился, и, в общем, все, что нужно, чтобы покушать хорошо. Соли в меру, но, знаете, прям вот есть, когда пересолено, есть, когда недосолено, а есть, когда прям вообще, прям в меру. В общем, я доволен. На этом все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам понравилась такая рубрика. Я буду ее, наверное, делать чаще, ну, по крайней мере, в течение лета, чтобы показывать вам, как, что можно приготовить простого в походах и везде. В общем, всем пока, до скорых встреч, будет больше таких видео. Обязательно подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на все мои каналы, все мои социальные сети. Ссылки вы найдете в описании.